В день 75-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда, 27 января, во всех городах и поселениях региона прошла памятная акция «Помним блокада». Ее участники, а это более 10 тысяч человек, выстроились в фигуры в форме звезды. Самую большую фигуру построили жители Кировского района, их собралось более 1000. Самую маленькую – жители Пениковского сельского поселения Ломоносовского района. Здесь звезду построили 5 местных жителей. В Лужском районе центральными площадками акции «Помним блокада» стала площадь Мира в Луге и парк у Дома культуры в Толмачевском городском поселении.